В роли преподавателей выступили казаки. Они рассказали о вкладе кубанцев в Великую Победу. Здесь же были представлены макеты оружия, которое во время войны применялось и российской армии, и фашистской Германии. В рамках, опять же, занятий ОБЖ в школах мы проводим с детьми занятия, рассказываем историю и казачества в годы Великой Отечественной войны при борьбе с фашизмом, историю нашей страны. Сегодня, если мы правильно воспитываем молодежь, завтра наша страна будет жить еще лучше, еще спокойнее. Мы давно планировали этот выезд, мы его даже так назвали, наши военно-полевые сборы, еще с февраля месяца, и дети очень ждали их, для них очень ценные рассказы о военном оружии, вообще о временах 41-45 годов. В уроке мужества приняли участие и спасатели. Они познакомили школьников с индивидуальным рационом питания сотрудников МЧС. Такие наборы сегодня значительно облегчают работу в полевых условиях. Также школьникам рассказали о том, как выжить в лесу без подобного сухпайка. Ну а закончилось мероприятие по спортивному волейбольным матчам.